Послание Межгалактической конфедерации от 23 июля 2024 года. Неизбежный исход. Здравствуйте, дорогие земляне. То, что мы хотим сказать вам сегодня, может оказаться для многих из вас неожиданностью. Но все же мы хотим, чтобы вы видели реальную картину происходящих сейчас на Земле событий. В настоящее время ваша планета переживает судьбоносный для нее во всех своих ипостасях период. То же самое происходит и с человечеством, которое словно можно разделить на две категории. Людей как таковых, имеющих божественное происхождение, и биологических существ всех видов, которые хотя и можно назвать разумными, но которые имеют совсем другое происхождение и уровень сознания. И поскольку последних на Земле гораздо больше, у многих из вас складывается впечатление безнадежности ситуации и вашей в ней беспомощности, поскольку вы видите, что эти существа не в состоянии пробудиться и противостоять последнему и самому жесткому натиску глобалистов. Но несмотря на этот дисбаланс, чистые человеческие души все же задают тон в этом последнем сражении света и тьмы, и происходит это весьма успешно. Наверняка многие из вас заметили, что арсенал глобалистов уже истощен, и они крутят, будто заезженную пластинку, одни и те же сюжеты, пытаясь запугать население Земли несуществующими угрозами, будь то очередной смертоносный вирус, либо надуманные военные угрозы и климатические изменения, не имеющие под собой никакой реальной основы. И поскольку вы видите, что многие люди все еще клюют на эти уловки, вам кажется, что конца этому нет. На самом деле конец уже близок, причем касается это в первую очередь всех небожественных существ, обитающих на Земле. Энергетическая составляющая вашей планеты меняется сейчас столь стремительно, что очень скоро ее вибрации смогут выдержать и адаптировать к своему физическому и психическому состоянию только чистые божественные души, сумевшие подняться своим сознанием и тонкими телами до уровня четвертого измерения. Все остальные начнут довольно быстро уходить с вашей планеты через физическую смерть, и вы должны быть к этому готовы. Такой исход неизбежен. Подобно тому, как не может погрузиться на большую глубину физически неподготовленный человек, также не может подняться на высокий вибрационный уровень духовно неподготовленный человек, и тем более существо, не имеющее божественной души. У вас у всех были равные шансы и время на то, чтобы осознать, кто и с какой целью совершает безумные поступки и бесчеловечные эксперименты над людьми. И мы знаем, что большинство чистых и древних душ, пришедших на Землю, чтобы пережить уникальный опыт вознесения вместе с Землей, этим шансом воспользовались. Что же касается остальных, их участь предрешена, и изменить что-либо уже невозможно. Поэтому отнеситесь спокойно и мудро к тому, что грядет, и знайте, что тех, кто сумеет совершить переход, ждет действительно прекрасная и счастливая жизнь в кругу искренне любящей вас галактической семьи, которая окажет вам эффективную поддержку во всех сферах вашей жизни и поможет адаптироваться к новым реалиям. Представители Межгалактической конфедерации говорили с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения.